Всем привет! Дата выхода 11 серии сериала «За первого встречного» назначена на 22 февраля 2021 года. А сейчас краткое содержание серии. На помолвке Саши и Антона появляется нежданная гостья. В итоге планы Антона рушатся вместе с его уверенностью в себе. Тем временем отвергнутые Зина и Вероника не собираются сидеть сложа руки. Вероника предлагает Антону объединиться с целью сильно усложнить жизнь Саши и Сергею. Зина же идет в полицию и сообщает о подготовке покушения на Сашу. Алик обещает Иринке сделать особенный сюрприз на ее день рождения. Иринка уезжает с Аликом, не предупредив об этом ни мать, ни Сергея. Регина Тимофеевна пытается помирить Сашу с Сергеем, убеждая их обоих сделать первый шаг. Чтобы не пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первыми.